Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Kinder & Company, и мы продолжаем собирать коллекции таких прекрасных всеми любимых Angry Birds, которые завоевали уже весь экран, а не только компьютерные игры, точнее даже мобильные устройства. Все любят поиграть в Angry Birds, побросать этих птичек в разные домики и завалить этих противных зеленых свиней. И это у нас попалась бомба! Вот такая у нас здоровенная, жирная, черная птичка, которая, когда в нее стреляют, она летит и там просто взрывает, разлетаются эти свиньи зеленые во все стороны. Очень классная птичка, очень любил, когда нам давали пострелять именно этой птичкой, бомбочкой. Можно было устроить большой-большой погром. Вот так вот выглядит наша вся коллекция. Смотрим на нее еще раз. В прошлый раз у нас был на обзоре Red. Теперь у нас бомба. А всего у нас здесь 8 птичек. 8 птичек, а сзади у нас Матильдочка нарисованная. Сборочка Матильдочки. Итак, вот наш набор. Это все, что нам попадается в Happy Meal в Макдональдсе. Вот у нас есть такая вот подставочка. Так, как ее можно поставить? Можно верхом, можно низом, кому как удобно. Такой имитации блока стены, вот кирпичик какой-то вроде бы как, каменная кладка. И вот такой у нас папа-свин, да, который прилетел захватывать планету или город птичек, как там было в мультике у нас. Вот такой у него, вот такая ковбойская шляпа. Вот располагаем его куда повыше. Берем нашу птичку, вот такая вот у нее пусковая установка, красненькая пусковая установка. И пружинка у нас находится в самой птичке. Вот так вот мы ее заряжаем. Заряжаем и вот так вот сажаем. Ну что, свиньи зеленые, смерть вам! Сильно, очень сильно, не рассчитал. О, прямое попадание, просто прямо в свинку. Ну давайте сейчас попробуем попасть еще в самое основание, завалим все вместе. Так. Вот так вот берем, целимся. Е-е-е! 100% разрушение, ребяточки. Очень прикольно, если собрать всю коллекцию этих птичек, можно собраться компанией и играть, кто завалит больше свиней с первой попытки. Выстроить их можно друг за другом, знаете, как доминошки. И дружненько стрелять по очереди, кто же больше свинок завалит за один раз. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Александр, и до новых встреч.